questi. Thank you.
рассказывал, как наш командир поймал. Не знаю. Давай. Постоянно читал стихи. Ну кто еще, если не он? Новое утро. Наемник Герка. Спарта благодарит. А что насчет награды? Мы не заключали контракт. Это было твое решение. Ну да. Я слышал добрые вести от командиров. Что скажешь мне ты? Командир Афинин мертв. Мегарида падет. Пора. Волк дал приказ к нападению. Я рад, что ты придешь к славе вместе с нами. Я горд, что мы бьемся вместе. Да. Ты заслужил это. Мы победим ради Спарта и Волка. Пойдем. Нам нужно в лагерь. Я готов. За мной. Нужно подготовиться к битве. Расскажи мне про Волка. Он великий человек. И приведет Спарту к победе над... Нет, нет. Каков он как человек? Как отец? Он... Его обожают, он по-своему заботлив, но иногда я... Да? Ничего, просто иногда он будто не здесь. И я чувствую его печаль. Он полководец Спарты, но он человек из плоти и крови. Жизнь нельзя прожить без сожалений. В таких битвах мне бывать еще не доводилось. Ну что, готов сокрушить Афинян? Война ждет нас. Ах!
Ну что, готов сокрушить афинян? Война ждет нас. Открывай, Афинян! Мы решаем бои!